Собственно, все, да? Да. Мы забрались на Нотр-Дам. 400 ступенек. Нет туалета, нет лифта, нет воды, ничего нет. Это как Алтуфьево, здесь умирают слоны. Очень много... Мы на Нотр-Даме, о чем речь? Очень много уродливых горгулей по всем фронтам. Они выглядят так... Она на Нотр-Даме. Выглядит так, как будто на них кто-то чихнул овсянкой. Но они такие забавные. Вот, собственно, да, я поступаю тоже чужую. Абсолютно отвратительно счастливая Наяда. Где она? Вот она. Отвратительная Наяда. Отвратительно мерзкая. Вот, а это, собственно... Там он, Мартер где-то. Тут везде, куда ни плюнь, какая достопримечательность. Собственно, вот мы наверху, на самом верху. Тут где-то был красивый шпиль. Шпиль вот. Вот красивый шпиль. Наверху у него петух. Это петух. Вот, это Нотр-Дам. Зеленые чувачки. И, собственно, вот это вот красивый Париж. Мы находимся на острове Сите. Наяда, пробегись. Иди назад. Вот. Наяда прибеглась. Скажите что-нибудь. Я? Да. Расскажи про Нотр-Дам не так, как я. Как прекрасен. Как тебе подъем? Мы стояли в очереди, честно, час. Кысь ненавидела меня, по-моему, почти каждый минут. Но час, но мы стояли тут. Так как это мой приезд второй в Париж, то нужно было очень его увидеть. Мы же видели его в первый. Я, честно, сейчас не хочу. Это amazing. Особенно amazing был на уровне чуть пониже. Да. В смысле, в плане Нотр-Дама самого. Почему Париж бы отсюда, нам... конечно, прикольно. Да, почему-то мы там не снимали, там горгули как может, раз. Мы еще увидим его. Куда будем спускаться? Не знаю, почему мы его снимали. Не догадались. Крыша. Проскакал по городу олень. Что хочу добавить? Верни на меня. Это танец для тебя, Стасян. Это остров. Мы на острове Сите, он прямо на Сене. Смотри, там на крыше. Прям балкончик. Вон там. Ой, смотри, какой красивый. Да, мы заканчиваем записывать? Да. Мы Мартер Хе увидели. Тут все равно одна сплошная. Вот холм, а на нем стоит Сакрет Кёр. Он все равно снимает эту решетку. А я из решетки на тесте. Уронишь айфон. Включай. Ты человек боится за мой айфон. Конечно. Ну пока. Скажи пока. Скажи au revoir. Au revoir.